Меня зовут Летиция Свиблова, и мне 9 лет. Я уже 5 лет занимаюсь художественной гимнастикой. Умею играть на гитаре, танцевать. Еще я разговариваю на испанском, английском и французском языке. Я хочу изучить все языки мира и говорить на всех языках. Потому что я очень много путешествую, аж с детства я уже столько стран объездила, даже забыла, уже не счесть. И я хочу узнать побольше, например, родной язык этих стран или, ну, народные блюда, что-нибудь такое. Мне больше всего понравилось во Франции на лыжах кататься. Я очень хорошая лыжница, я уже с 4 лет ходила в лыжные школы, и вот сейчас мне 9, и выходит, что я уже 5 лет как катаюсь на лыжах. Я хочу стать художником. Я люблю всякие фантастические вещи рисовать. Там русалку, единорога или пегаса. Я не знаю почему, просто я люблю единорогов, и я бы хотела, чтобы они существовали на самом деле. Чтобы у меня был собственный единорог. Я верю в Деда Мороза. Я попросила себе игрушечного кролика, а про себя подумала, вот бы мне много Барни, Орео, Кит-Ката и разных сладостей. И потом под елкой у меня лежит много-много подарков, и там написано «Лети-лети-лети-лети-лети». Вот. Я открываю Кит-Кат, открываю Орео. Открываю Барни, открываю Чокопай, ну, короче, все сладости. Меня радует встречи с друзьями, например, вот выйти во двор с друзьями, ну, там, поиграть во что-нибудь. Воспоминания, ну, когда после школы на продленке мы с Полей сидели и делали домашнее задание, Поля показала мне, как тройку исправить. У нее было 3, и она написала «Замечательно!» и восклицательный знак, но я этого делать не стала. У меня 3 не было. Не, я школу никогда не прогуливаю. Только если у меня какие-нибудь съемки или дела какие-то важные. У меня была очень интересная съемка с, ну, с далматинцем. И его звали Понго, как из мультика. А еще я снимала даже видеоролик, ну, с разной одеждой. И еще мне понравилось, когда я увидела свою фотографию в 2 журналах. Кого я бы могла играть? Ну, я бы хотела очень быть похожей на Эмму Уотсон. Играть, например, девушку из «Красавицы и чудовища» или Гермиону Грейнджер из «Гарри Поттера», как Эмма Уотсон. Она моя самая любимая актриса. Интеллектуальная красавица. Сложно выговорить.